Здорово, домкраты! Сегодня мы разберем взятие на грудь из ямы. Для начала нам потребуется подставка от 3 до 10 см в высоту. Также можно использовать диски от штанги. Для начала пользуйтесь той высотой, где вы можете сохранить максимально прогнутую поясницу в старте, а также накрытие и все остальные важные углы. Данное упражнение формирует отличный и мощный съем с помоста, а также формирует запас скорости в подрыве и уходе после усложненной тяги. На старте старайтесь подойти к штанге поближе, уперевшись подъемом стопы. Снимайте штангу ногами, удерживая накрытие и угол в спине. Делайте мощный подрыв, вкручивая локти и жестко встречая штангу на высоте вылета. Новичкам рекомендую выполнять данное упражнение с весами до 80% до 2 повторений в подходе. Благодарю вас за внимание, друзья. Надеюсь, мое видео было полезным для вас и научило вас новому упражнению в вашем арсенале. Ну а если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Всем здоровья и удачи!